Нам позвонили, и мы выехали. Говорят, что бидное, бо дурное. А что дурное, бо бидное. Это, наверное, про меня, девочки. Дурная голова ногам покоя не дает. Наверное, поэтому и ходить больно. Но, когда едешь в машине, это кажется легко и просто. Так еще и мужикам своим покоя не даю. Радует одно, ребята, и я просто счастлива. Люди вокруг меня хорошие. Настоящие, добрые, замечательные. Поверните налево. Эдик, что сейчас рядом со мной. Вы, что сейчас слушаете мои новости. Мы живем в разных местах, девочки. Ну как же здорово, что мы все вместе. Ну что, ребята, мы подъезжаем. Нас должны здесь встречать. Ага, вот, по-моему, женщина стоит. Да, это к нам. Подъехали. Четверых поймали. Пошли дальше. Да. Сейчас. Ой. Давай, подай мне лучше. Подавай. Так, давай. Ты мой хороший. Два. Так, третий. Где еще? Все, больше не вижу. Должен быть еще один. Сейчас поищем еще одного. Один может забиться и где-то сидеть. Сказали 8. Галочка, давай сейчас. Я говорила 8. На всякий случай давайте посмотрим. Так, ребята, ну что? Мы нашли 7 малышей. 7. Мы просмотрели вроде бы сегодня, где могли. Все, что могли, ребята. Все просмотрели. Почмокали губами, все, ну вроде бы тишина. 7. И они крошечные. Завтра еще попробуем обговорить с детьми. И может быть еще кто-то сюда слазит. Но мы вроде бы все хорошо осмотрели. Втравочка. Надо. Доброго здоровья, моя хорошая, от всего сердца. Нет, это же надо было с нами лазить здесь в подвале. Короче, солнышко, завтра, пожалуйста, еще с детками пролазите. Да, я завтра пойду с внучкой гулять обязательно. Всего вам доброго, всего хорошего. До свидания, солнышко. До свидания, всего хорошего. Спасибо вам огромное. Доброго здоровья. А вы в приют. Лохматая душа. Наши подвальщики. Ну, ребят, загородила, чем могла. Что, тараканы? Опилки растащили? Да. Корм замачиваю. Кушают вроде хорошо.